Юрий. Да, здравствуйте. Меня зовут Олег. Да, какая-то проблема с вайбером, да. Да, я могу там сказать, что проблема не будет. Окей. Ну, есть вопросы, да? Могу позадавать их? Да, да. То есть, смотрите, вы занимаетесь давно этим бизнесом или нет? Да, занимаюсь полтора года этим бизнесом. Полтора года. И это телефоны, я так понимаю, поддержанные, да, шестерки? Да, смотрите, не только шестерки, разные телефоны, даже не только айфоны. Чтобы сразу я вам дал понять, как попадают телефоны, чтобы просто представили картину. Например, вы идете в магазин, да, покупаете телефон, вам он понравился, вы берете его, сдаете. У меня есть возможность брать такие телефоны. Я знаю, может, человек открыл коробку, взял в глаз, и его он сдал. Нет, телефон уже не новый. Ну, его нельзя считать новым, потому что он уже открывался. Окей, какой объем можете таких телефонов сделать? На самом деле, ну, просто такой вопрос, мы еще с вами даже не работали. Не, ну, но просто, ну, хорошо, ну, там, если будет 20 телефонов, 30 в неделю, вы можете такое количество сделать? Да, мы можем, но если вы спрашиваете про объем, то мы где-то в месяц продаем 800 телефонов. Ну, просто я очень, понимаешь, четкий человек, и мне часто, то есть через меня поток большой идет доставок, да, и часто люди предлагают какие-то услуги. Там один парень с Филадельфии все расписывал, когда появилась заказ на 100 телефонов, люди с предоплатой прилетели, он исчез, понимаешь? Я очень устал от таких блаблашников, которые только обещают, поэтому я не хочу попасться в очередной раз. Вот. Да, я понимаю. Да. Я вам сразу скажу, что как бы вот я уже сколько с нашими соотечественниками работал, с нашими соотечественниками очень тяжело работать. И в этом бизнесе, ну как и везде в бизнесе, все устраивается в деньги. Потому что у вас не устраивается, на меня не устраивается, а вот, значит не устраивалось, пожали руки. Где-то все не устроило, завтра не устроило, такое тоже бывает. Просто наши соотечественники, в отличие от индусов, американцев, все хотят новые телефоны, а полцены такого не бывает, все где-то бывает. Понимаете? Это понятно. Ну, я не совсем соотечественник, я давно живу здесь уже. Вот. Просто вопрос как бы покупки его хочется обсудить. То есть сейчас, например, если у меня будут клиенты, то вы просто за кэш продаете? То есть надо прилетать в Чикаго или как это происходит? Ну, мы продаем в интернете, у нас есть магазин, мы из Чикаго здесь продаем, у нас есть девочки, кто-то распространяет тоже телефоны. Угу. Если вы имеете в виду, что вы находитесь в Нью-Йорке, вы находитесь в Чикаго, то мы вам отправляем телефон. Ну, только такой способ. Я не знаю, если у вас есть какое-то доверенное лицо здесь, конечно, не знаю, мне не верю, не вам верю, то, конечно, мы первый раз встретимся с вашим знакомым здесь в Чикаго, он посмотрит, вы посмотрите. Ну хорошо, пришли мне тогда свой сайт, я посмотрю сайт, вот, и смс-кой. Ну и как бы я озвучу твои цены, то есть видео сделаю, что вот есть новый поставщик, такие-то цены, такие-то условия. Посмотрим, что скажет народ. Вот и все. Ну, хорошо. Все, давай, пока. До свидания.